Во дворах домов Одинцовского округа, где проживают фронтовики, прошли выступления оркестров и вокально-инструментальных коллективов муниципалитета в рамках акции «Парад у дома ветерана». К поздравлению присоединились активисты и сторонники Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Историческая память». В общей сложности с 6 по 9 мая в Одинцовском округе провели 48 концертов фронтовых агитбригад. Артисты культурных учреждений и объединений муниципалитета исполнили военные песни. Из них 34 концерта во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Еще 14 выступлений прошли в рамках программы «Победный май», которую подготовил театральный центр «Жаворонки».